Че, может, тогда позырим? Ну, вот такие они меня уже заебали, вот честно тебе скажу. Ну да, ну я в том плане разрисованные под... Нет, смотрится, конечно, заебись, но... Уже сбито. Да. Тушкин топор. Вот, я хочу что-то подобное сделать, сердцевину какую-нибудь пористую, другого оранжевого цвета, салатового, а сам он черный, допустим. Вот у нас идет топор. Не сильно такой вонял, слишком изогнутый, да. А, вой, прямую давай, тупо. Давай. Я полагаю, можно догадаться. Мы затеяли крафтить топор. Поставлена задача сделать реально красивую вещь. Из всяческих обрезков и давно забытой железяки. Ее изначальный внешний вид нас не устраивает. Будем корректировать. Не, мне кажется, вот по этой. Чем нечто среднее. Вот типа такого. Лично мне очень нравится форма топоров типа томагавк. Решили сделать похожий. Только его основным функционалом будет рубка всяких деревяшек и веточек, а не скальпов. Мы создаем в первую очередь инструмент, а не оружие. С помощью болгарки рама без особого труда избавляется от ненужных частей. Я думал, что это займет куда больше времени, чем получилось на самом деле. Финальную обработку оставим на потом. Пришло время заняться рукоятью. Ее мы изготовим вот из такой вот покосной доски. Ее бы не помешало обстругать, чтобы потом более точно указать на ней границы будущего топорища. В этот раз процесс создания проходит в очень непринужденной и необычной обстановке. Пока я расчерчивал заготовку, а на это я время не пожалел, скажу я вам. Рама занимался своим музыкальным проектом. Они с Бородой уже третий день пытаются записать какой-то шедевр на iPad. Сейчас вот целики прописывают. Я на самом деле охреневаю, насколько доступна сейчас стала возможность записать свое музло. На начальном этапе даже одного планшета хватит. Но если так подумать, то это вообще в любом творчестве так. Было бы желание, за ним-то все остальное подтянется. Не уверен, в чем. Не знаю, ладно, чего разберемся. Что-то... Да широко слишком. Закруглим, уберем. Мы, конечно, уже обжились кое-каким инструментом, но все равно ручками все-таки поработать еще приходится. Ау! Подгоняй ручку. Пока еще заготовка все-таки воспринимается как доска. С каждым движением рубанка она принимает все более аккуратные и округлые формы. После каждой следующей проходки рашпилем очертания становятся все более плавными, и топорище начинает походить на саму себя. Ну, не может быть все так хорошо. Где-нибудь-то нужно наебаться. Я не знаю, я... Ну, так вообще, как бы, ну... Ну, неудобно, я понял. Твою мать. Немножко ошиблись с направлением топора. Так он нормально садится. Поэтому он и перевешивает. Ну, как бы, башка часть тяжелая получается. И хвост в другую сторону, блядь. Жопа. Давай, короче, нахер отрежем. Так. Ну и ладно. Будет типа дизайн такой. Дизайн! Детали уже приобрели конечные очертания. Приступаем к более тонкой обработке. Сам топор хотим вывести в зеркало, чтоб прям отражал. Не без помощи пасты Гоя, конечно. Рукоять нужно избавить от всяческих заусенцев и зашкурить до приемлемого состояния. Без фанатизма. И что же, получается, уже все готово? Ну, конечно, нет. Это только первая часть того, что запланировали. Технический топор готов, но в нем нет души, нет индивидуальности. В скором времени мы непременно это исправим.
Помимо всех своих проектов, я регулярно рисую портреты на заказ. Если вы тоже захотели подобный портрет, пишите в группу. А пока мы определим, кто же стал победителем конкурса. Сейчас я узнаю, кого же буду рисовать. Курск. Поцка рисовать будем. Ну вот и все. Пошли уже традиционные работы со стенки. Кстати, все подробности о новых видосах вы можете узнать в Инстаграме. Но это я так. Может, кто не знал. Прям совсем небольшой. Да? Ну ладно, сейчас.